Как мимолетное видение, как гений чистой красоты. Ежегодно 6 июня в нашей стране отмечается Пушкинский день. В этот день мы, конечно же, вспоминаем Александра Сергеевича Пушкина. Его произведения соединяют людей разных возрастов, разных религий и, конечно, национальностей. Все это наш, Пушкин. А знают ли буевляне стихи наизусть и, более того, смогут ли прочитать их? Давайте проверим. Я помню чудное мгновение, передо мной явилась ты. Как мимолетное видение, как гений чистой красоты. В томлениях грусти безнадежной, в тревогах шумной суеты. Звучал мне долго голос нежный, и снились милые черты. Шли годы, бурь порыв мятежный, рассела прежние мечты. И я забыл твой голос нежный. Твои небесные черты. В уши по мраке заточения затянулись тихо дни мои. Без вдохновения, без слез, без жизни, без любви. Души настало пробуждение, и вот опять явилась ты, как мимолетное видение, вот как гений чистой красоты. И сердце бьется в упоении, и для него воскресли вновь. И божество, и вдохновение, и жизнь, и слезы, и любовь.